безусловно, назрело то время, когда необходимо внести новые коррективы в основной закон для всех нас. Год за годом количество людей, вовлеченных в добровольческую деятельность, растет. В то же время мы видим, как государство поддерживает и общественное объединение. Об этом свидетельствует и количество грантополучателей, грантов президента Российской Федерации. Государство готово слышать и поддерживать некоммерческие организации. Здорово, что в новых поправках будет учтено именно то, что необходимо вовлекать добровольцев и некоммерческих секторов в развитие государства.